Дело в том, что в ноябре прошлого года, 2021, мне посчастливилось быть своей партнершей над Тамарой Савоцкой поприсутствовать на съезде пенсионеров России в Москве 29-30 ноября. Союз пенсионеров с президиум очень заинтересовался, узнав, что на Сахалине, в Южно-Сахалинске, Корсаке, есть многочисленные танцующие семьи, именно в возрастной категории 55+. Не очень поверили в это, но тем не менее, нас пригласили, мы выступили, и президиум увидел, что действительно такие люди, вот зрелые, которые недавно мы начали танцевать, и уже танцуют, очень их заинтересовали. И возникла такая идея, что если мы на Дальний Восток, в первую очередь на Сахалине, в первую очередь в Южно-Сахалинске и Корсаке, вот такие вот фестивали проведем, а затем подключим к этим фестивалям межмуниципальный Долинск, где тоже есть группа танцующих зрелых людей, они вот, где тоже есть такая группа, и потом выйдем с инициативой на следующий год на Дальний Восток, то президиум Союза пенсионеров России, возможно, сделает эти соревнования в рамках спартакиады пенсионеров всероссийские. То есть вот как раз вы сейчас являетесь теми пионерами, которые вот эту идею продвигают сначала на Дальний Восток, а потом на всероссийские годы. С чем я вас поздравляю. Сегодняшнее мероприятие было просто классное. Было бы что-то сказать. Я хочу поблагодарить руководство флагмана за то, что они пустили нас на этот конкурс, предоставили прекрасный зал, предоставили все условия. Мы этим очень-очень дорожим. И надеемся, что это не в последний раз, если и понравилось. Спасибо большое. Антипин Александр Сергеевич, пожалуйста, заходите сюда. Вы будете сопровождать наших участников. Итак, церемония награждения. Награждается щит этого вера за второе место танцевальный фестиваль.
Всем спасибо. Надеюсь, это не последняя наша приятная встреча.